Всем привет, друзья! С вами Закупочка. К сожалению, прошлое видео «Битва русалочка против пирата» вам не понравилось. Очень мало там просмотров, лайков. Но я же купил все эти наборы, так что продолжаем снимать. В виде, наверное, музыкальных битов или просто потом вам покажу, как они танцуют. То есть не будем теперь делать сравнения, просто покажу, а вы напишите в комментариях, какой набор себе бы вы купили, если бы у вас было там 1200-1500 рублей. Так, это у нас два набора. 43-104 и 43-107. Я выбрал именно такое противостояние, потому что они очень похожи. Это у нас инопланетянин диджей битбокс и хип-хоп робот битбокс. Вот кто круче? Битбокс робот или диджей инопланетянин? Милане нравится вот этот, да? Да. Так, ну начнем мы по очередности. 43-104. Распаковку с этого. Сейчас мы их быстренько соберем. Сравнение, смотрим, как они пляшут. Да и все, пожалуй. Это видео постараюсь сделать быстрее, чем прошлое. Там у нас было на 20 минут. Это, я думаю, выйдет на 10 плюс. Так, все, вываливается. Так, здесь у нас сцена. Давай, Милан, начинай собирать. Тогда я инструкцию покажу, чтобы все видели. Так, вот такая у нас инструкция. Может быть, три рисунка на коробке. Это ракета, космическая тарелка и... Это мегафон. Это что такое? Это напоминает, знаете, как это, как эти, Амункас. Это как эта станция. И космическая станция. Так, Милан, собирай. Человечка. Тут у нас сцена, ремешок, опять же, смотрите какой, прям как Apple Watch, я уже говорил про это, очень красиво. Здесь у нас сепаратор, сейчас все откроем. Так, ну все, пожалуй, сборка пошла. Сейчас мы с Миланой вдвоем все это дело соберем. А у нас все готово. Запасных деталей 1, 2, 3, 4. 4 штучки. И сепаратор снова, чтобы мы могли пересобирать рисунок, который я вам уже показывал. По умолчанию предлагают нам собрать космический корабль, да? Вот, летучую тарелку. И вот он, наш инопланетянин. Вот так он выглядит. Битбитсы, которые я выбрал, вот они. Из новых, которых мы еще не видели, здесь киносъемка. Также это битбокс, оказывается, это у нас есть. И курица на гитаре, панда, взрыв, это все было. Вот это что такое? Это уборка какая-то домашняя. Потом неоновые огни. Это какой-то матом ругаться. Это инопланетные танцы, вот уникальный битбитс. С каждым персонажем из большой коробки идут наборы. Два, по-моему, битбитса уникальных только для него. Остальные общие. Вот, потом еще пузыри какие-то. А, это дождь из рыбы с фруктами и овощами. Вот. Так, ну, сцену вы поняли. И теперь давайте открывать сзади. Что у нас в шкатулочке секретная? Секретная комната. Секретная комната. Здесь у нас есть для него аксессуар. Это пластинка, потому это что он же диджей. Такая. Ну, типа, да, вместо гитары у него вот такая пластинка. Ему можно дать в руки. И повторные 4 битбитса, которые я уже показывал много раз. Здесь, видите, неоновый свет. Потом здесь вот эти огоньки, ультрафиолет. Также тут есть любовь, она, по-моему, в каждом наборе, вот эти сердечки в каждом наборе есть, и салют. Вот, можно их вставлять аккуратненько, я их не буду уже вставлять аккуратненько, все, они мне уже надоели каждый раз вставлять. Вот, закрыл, и все, пускай там бултыхаются. Да. Все, мы сейчас будем собирать следующий набор, а вы ставьте лайки, подписывайтесь и пишите, как вам нравится, не нравится. Оцените по 10-бальной шкале инопланетянина. Мы теперь собираем робота. Вот кто будет круче. Милана голосует за робота уже. Мне все равно больше нравится инопланетянин. Так, набор. Набор у нас вот такой. Здесь у нас желтый ремешок. Apple Watch, сцена. И держи, Милан, инструкцию. О, давайте я вам сразу покажу. Кто там у нас в инструкции? Так, вот так он выглядит. У него есть микрофон, получается, у него не гитара, у него микрофон. И рисунки бывают гаечный ключ, битбокс, типа, это и лицо робота похоже, так и похоже на магнитофон. И плита, или что это? Это бутылка. Это бутылка, ты думаешь? Это воды. Мне кажется, это плита какая-то, или огнетушитель. Да, что-то непонятное. Ладно, погнали собирать, держи.
хотелось убивать самого человека. Он сложненький. Ну что ж, ребятушки, а мы все собрали. У нас запасных деталей прям минимум, да, 3. Такое вообще не было раньше. Обычно их 7-8 запасных, тут 3. Так, опять же, сепаратор. И вот такая чудо-коробочка у нас получается. Обратите внимание, показать, что здесь у нас шестеренки по бокам на этих самых на наушниках. Также я ремешок в этот раз решил перевернуть. Милане нравилось, когда ремешок наружу пупырками. Я сделал ремешок внутрь, типа, чтобы было приятнее держать. Вот, мне показалось так лучше. И смотрите, это же точная голова робота. Это же очень похоже на голову робота. Хотя это, типа, по задумке авторов, наверное, битбокс. Давайте открываем. Чик. И здесь у нас 4 запасных битбитса. Здесь у нас вот эти салют. Потом есть неон. А вот эта киносъемка, которую в прошлую мы вставили. Так что мы на прошлой фигурке это посмотрели. И танец живота. Вот танец живота мы, кстати, по-моему, не видели. Или видели. Что-то я не помню. Ну ладно, пускай будут такие. Так, закрываю все это дело. И открываем нашу сцену. Я хотела вам что-то показать. Да-да-да, сейчас мы все покажем. Да, открываем сцену, и смотрите, вот такие битбитсы здесь у меня установлены. С вот этими битбитсами мы будем танцевать. Уникальный есть, да, гитара соло в космосе. Потом есть выбежал куда-то из-под земли, провалился. Да, золотой какой-то песня, что это? Брейкданс, ветер, ну, множество интересных. И Милана хотела показать, что это единственная, наверное, фигурка, у которой снимается шлем. То есть, видите, это шлем. То есть у него есть лицо, а у остальных фигурок это прям голова, да. У остальных фигурок это летая голова. Одевайте на место, пожалуйста. Вот, и смотрите, у него есть роборука, как у доктора осьминога, и он с помощью них может держать микрофоны, вот. Очень крутой костюм, да, я думаю, что здесь побеждает робот в этом сравнении. Потому что, смотрите, у него есть и шлем с волосами, чик. О, одеваем. У него есть и роборуки, как у доктора осьминога. Это по-настоящему прям костюм робота-осьминога у него. Вот. Ну и смотрите, можно еще дополнительные две руки сюда поставить, да? Да. О, давай вот эту штуку сюда поставим. А, не получится. Надо получится вот так сделать. Хоп. И вот сюда можно что-нибудь прилепить. Угу. О, вот так будет неплохо. Вот, почти что доктор осьминог. Слушай, очень-очень крутые фигурки. Останется их сравнить в рэп-баттлах. А вы пока можете написать, кто вам понравился больше всего. Голосуйте по 10-бальной системе. Сколько баллов инопланетянину, сколько баллов роботу. Ну и все. 5 баллов роботу, а инопланетянину 3 балла. Инопланетянину 3 балла? То, что у него вот это. А, этому 5, да? Милана дает 5. Все, погнали, наконец-то мы его отсканировали. Сейчас посмотрим, на что он способен. Итак, спробуем его суперэмоцию. О, это диджейский пульт. Ты посмотри, что он творит. И он телепортировался. Так, теперь мамаша, которая моет посуду, это шаги, он идет. Теперь неоновый свет. А, это неоновые палочки, типа он взял, он ими рисует, видите, танцует, можно отключить их. Потом также есть вот это, он пускает волну музыкальную. Потом есть, о, смотри, вот это неон, он летит, как это, космический корабль. И мы можем управлять им. Круто. Также можно, смотрите, подлетать. Невесомость. А, это невесомость, оказывается, спецэффект. Круто. Теперь, смотрите, сейчас будет дождь из рыбок. Дождь из рыбок и всяких приколюшечек. Они еще падают и издают звук таких пищащих игрушек. Теперь киносъемка. Теперь битбокс. Теперь курочка. Ко-ко-ко-ко-ко-ко. Прикольно, гитара. Теперь он в панде. Эх, до взрыва мы не добрались, не успели сделать взрыв. Очень быстро песни, не успеваем все попробовать. Ну как тебе? Неплохо было, да? Давайте проверим его суперспособности. Итак, погнали. Первая его суперспособность. О, он делает микросхемы и делает брейкданс. На своей роборуке он крутится. Вау, слушай, звук такой был классный. О, смотри, он превратился в инопланетянина, то есть этого космонавта. Теперь можем спрятаться. А, это провалились какой-то в шоу в каком-то, когда в темноте проваливаются.
Смотри, вот он танец вот этого чувачка с портфельчиком. Золотой. Вау, вот это очень крутой эффект у него, уникальный. Теперь ветер должен быть. А нет, дождь пошел. Типа просто дождик идет, если плакать сливая песня. Вот он брейкданс. Теперь он у нас пандочка. Теперь сварка сверху посыпалась. Теперь какие-то цветочки выросли. Также есть вот такой солнечный день эффект. Барабан. Барабан мне нравится. И пирогом мы в него кидаем. Слушай, круто. А теперь устраиваем вакханалию. Да, робот круче. Поэтому сейчас, когда мы будем сделать битву двоих, группу из двоих, мы сразу сделаем это. Робота отсканируем. Типа он у нас покруче будет, да? Угу. Давайте создадим группу. Где помещаться? Погнали, концерт. Мусор. Почему-то я включил у инопланетянина суперспособность. Музон вообще валит. Эй! Сейчас будет глюк. Потому что у нас тут вообще сумасшедший дом происходит. Оу! Портфельчики. Танцуем. Брейкданс. Ну что же, это было по-настоящему крутое действо. И заканчивает у нас соло робот. Это было круто. Салют. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Закупыч. До новых встреч. Пока.